Привет и добро пожаловать на Watch Mojo. Сегодня мы обсудим топ-10 самых зацензуренных аниме всех времен. What are you doing here? Cheer up, stuff. They blew up the cargo robot. I guess they're not going to tell us where the Dragon Balls are, Nappa. This is totally embarrassing and degrading, but we need the money. This is Misty. В этой подборке мы собрали все аниме, в которых оригинальные японские версии менялись в угоду другим странам и не в лучшую сторону. А в нашем телеграм-канале мы собрали всякие интересности. Welcome! Ссылка в описании. Номер 10. Токийский гуль. Данное аниме подвергалось серьезной цензуре много раз. Это уже не говоря о том, что его на днях запретили в России. Этот сейнен посвящен каннибализму, убийствам, монстрам и психологическим срывам. Ох, и не завидуем маркетологам этого шедевра. И тем не менее, создатели продолжали пытаться прикрыть глаза зрителям, когда Канеки ударил ножом Нишо, обратив цвета, чтобы все было типа в негативе. Какого черта? Это вообще разве работает? Номер 9. Терраформирование. Вряд ли много кто захочет спецом посмотреть, как гигантские гуманоидные тараканы вырывают людям хребты. Но если уже вырезать мокруху, то хоть делать это тактично. Хищные марсианские охотники за людьми оказались настолько невыносимым зрелищем, что некоторые компании сделали все возможное и прикрывали непотребство затемнением. Серьезно, иногда невозможно увидеть, что происходит из-за этих возмутительных пейнтовских эффектов. Номер 8. Наруто. Такой длинный сёнен неизбежно столкнется с проблемами. Так получилось, что западный выпуск Ultimate Knucklehead вызвал изрядное количество вопросов к подвигам ниндзя. В Великобритании оружие и кровь сильно отредактировали, так же, как и кадры с курящими персонажами. Watch the legend of Naruto tomorrow at 8. Немцы пошли еще дальше и полностью перекрасили или убрали кровь, части тел и, что самое главное, убрали меч Забузы. Что за черт? Номер 7. Дигимон. Западный молот цензуры обрушился на этих цифровых монстров и нещадно отбил их. Что-то не то происходит на экране? Размываем и маскируем все дополнительными слоями. Любые намеки на алкоголь и насилие убрали или хитро заменили. Вот почему вместо ужасающего финального босса Апокалимона у нас вот этот прикол. Это давняя проблема франшизы, и даже если иногда такое уместно, в большинстве случаев цензура не нужна. Номер 6. Навсекая из Долины Ветров. Хорошо, что этот фантастический мульт Гибли любовно переиздали, как и хотел Миядзаки, потому что первая адаптация на английском языке стала катастрофой. Мультфильм сильно отредактировали и порезали, чтобы сделать типа приключением для детей. Warriors of the Wind, the most fantastic family adventure of their time and all time, rated PG. Цензоры убрали большую часть посыла об окружающей среде и поменяли название на «Воины ветра». Неудивительно, что они отправили Катану с сообщением «Никаких обрезок» к принцессе Мононоке. Right. Номер 5. Сейлор Мун. Hey, you two, what's going on? You have a minute? There's something I'd like to ask you. За все время франшиза прошла через множество редактур и дубляжей, так что легко найти примеры, когда это меняло ход событий, сцены смерти и логику происходящего. Но все в курсе, чем известны ранние западные релизы – переозвучка персонажей нетрадиционной ориентации. We're not at liberty to discuss that or our mission. Trust us, it's better this way. Видите этих любовно обнимающихся девушек, будто семейная пара? Что ж, а это просто очень близкие кузены. Вытащите, наконец, голову из песка, мальчики и девочки. Это настоящая капсула времени, которая показала тогдашние ценности. Maybe we need to get some help. We can't give in yet. We've got to stay strong, Michelle.
Номер 4. Dragon Ball Z. С чего бы тут начать? Один из самых любимых сериалов тоже в свое время прошел через адскую цензуру. Ой, извините, мы имеем в виду HFIL. Hey, dude, that's what you get for trying to steal King Yama's fruit. Кроме Дома Бесконечных Неудачников, есть еще некое другое измерение, ведь нельзя говорить прямо о загробной жизни или даже намекнуть на нее. Okay. Плюс все, что произошло с Блю Попа в версии CW. Ужас. It is odd. Номер 3. Югио. Дуэльные монстры. Ох, 4Kids Entertainment. Ваша цензура — это не только минус для аниме-индустрии, но и кладезь веселья. Например, у темной волшебницы исчезло декольте. Yes, of course. They're the lights of the spirits within. Все, что хотя бы отдаленно связано со смертью, исчезло. Ее заменили на нелетальные прелести типа диски темной энергии и царства теней. That's because the very surface on which we stand is a divider between our world and the dreaded Shadow Realm. Со временем мы полюбили эти бессмысленные штуки, но по сравнению с оригиналом это далеко не те дуэли для детей 90-х. Но мы любим пальчиковые пистолеты. Let's go, Kaiba. On your feet. Mr. Pegasus would like to have a few words with you. I bet he would. Номер 2. Покемоны. А вы знали, что покемонов цензурят до сих пор? This is all a big mistake. Да так, что фанаты ретро точно укажут на пару сумасшедших изменений, достойных мемификации. Вот, например, Брок и загадка пончиков с желе. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. И целые серии пришлось резать из-за слишком большого количества обнаженки, а сюрикены заменили на присоски. Пикачу! Даже прикид Джесси пришлось поменять, ведь в некоторых странах не поняли ее голый живот. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. One Piece. Спасибо богам за современный дубляж. По крайней мере, от Funimation. Ведь это ничто по сравнению с горой дерьма, которую 4Kids обрушили на ничего не подозревающих фанатов. Конечно, рэп вначале звучит круто, но сколько же здесь непонятных решений. Please, you think that a chef is afraid of a couple of flames? Тут никакой крови. Сигареты Санджи заменили леденцом на палочке, дали резиновые ножи, а пистолет заменили на эту сумасшедшую штуку. One more punch and say goodbye to your friend! Now pummel his head flatter than the shape of the earth! Mr. Helmeppo! Прикиньте, насколько все было бы плохо, если бы они добрались до арки Амазонки Лили. How about a nice room? In a dungeon. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!